Коллеги, ну что ж, мы подошли к нашей второй части, и во второй нашей части у нас выступят двое удаленных наших коллег. Но не навсегда удаленных, да? Да. Артем Захватаев – это наш, мой коллега непосредственный из компании Direct Media, менеджер по внешним проектам в настоящий момент. Занимается очень интересными творческими проектами, включая искусственный интеллект. И вот сейчас он нам удаленно расскажет. Татьяна, прошу подключить Артема. Артем, можно выходить на связь? Да, добрый день. Добрый день. Видно ли, слышно ли? Всем добрый день. Да. Да, коллеги, скажите, пожалуйста, звук есть? Звук есть, презентацию только не вижу. Да, секунду. Сейчас включим презентацию. Все, запустил, самостоятельно справился. Спасибо большое. Угу. Да, могу начинать? Да. Благодарю. Тебе слово. Угу, спасибо. Еще раз всех приветствую. Сегодня я расскажу немного вот об аспекте практического применения искусственного интеллекта нейросетей в компании Direct Media и конкретно о разработке учебных тестов. Вот. У нас, как Павел Юрьевич сказал, есть несколько областей применения. Более того, стартовала, скажем так, исследовательская лаборатория, где я с помощниками ищу, в общем-то, варианты использования нейросетей для нужд компании. Ну, в компании много продуктов, как ИПС, издательская деятельность и так далее, образовательные центры. Вот. И сегодня коротко расскажу об областях применения, конкретно о разработке тестов, как мы это делаем, какие у нас есть успехи, какие у нас есть трудности. Вот. Коротко, да, расскажу о проблемах интеграции, которые у нас есть, и, скорее всего, все это будет немножко вперемешку, потому что одно из другого вытекает. Вообще, для чего мы это все делаем? Сегодня, кстати, дискуссионное достаточно, да, были у нас обсуждения по поводу того, от практики до морали, скажем так, а насколько искусственный интеллект, нейросети у нас вообще в образовании применимы. Ну, у нас вполне конкретно, у меня вполне конкретные задачи. Вот, мы должны с помощью, наша цель с помощью использования, внедрения инструментов, о чем Константин Николаевич говорил, мы на нейросети смотрим как инструменты, мы должны автоматизировать часть процессов, которые возможны, качественно автоматизировать, естественно, за счет этого удешевиться и оптимизировать те процессы, которые полностью автоматизировать нельзя. Цели у нас достаточно простые. И вот у нас есть несколько направлений, не все я перечислю здесь, но активно мы используем нейросети при адаптации текстов, при подготовке к речевому синтезу. Об этом я много говорю сегодня, вот просто упомяну. Конкретно расскажу о разработке тестов, генерация контента, много об этом говорим. Вот, и поисковая оптимизация, ну, может быть, не совсем первоочередная задача, тоже в компании для этого мы используем нейросети. И все остальное, ну, исследуем, в том числе редактуру, корректуру, но об этом тоже не сегодня. Вот, про разработку тестов. Здесь буду рассказывать немножко о этапах, как это дело происходит, об инструментах тоже расскажу чуть позже, может быть, немножко буду перемешивать. Чуть-чуть из истории, когда мы более года назад касались этой темы и проводили первичные исследования, мы выясняли, что нельзя, наверное, довериться настолько, насколько сегодня возможно, там, всевозможным GPT и прочим нейронкам и моделям, для того, чтобы генерировать учебные тесты. Потому что процент брака был очень большой, информация не всегда актуальна, а работать с документами было сложно или практически невозможно. В этом году коренным образом изменилась ситуация, и теперь возможно разрабатывать учебные тесты как исходя и рукописей, фрагментов текстов, полных текстов, так и исходя из полноценных изданий в формате PDF и других. Вот. И первым этапом является, конечно, извлечение содержания. Вот. Сразу скажу, что над всем процессом обязательно стоит редактор, модератор, ну, в общем-то, какой-то человек, принимающий решения и контролирующий то, что нам предлагается. Вот. И на основе содержания мы должны определять значимые темы, чтобы по книге разрабатывать тесты. Да? По среднему изданию разрабатывается порядка 255
ну, так вот, вопросов, да, поэтому обязательно контролировать нужно, определять темы, по каким будет идти генерация, ну, давайте говорить, генерация тестов. Вот, для генерации используются, ну, я называю это комплексные запросы, вероятно, есть какое-то более понятное определение. Обязательно мы проверяем правильность ответов предлагаемых, расскажу об импорте и об инструментах. Вот, с недавнего времени мы получили возможность без каких-то сложных дополнительных интеграций в том же самом GPT-4 и выше делать интеграцию с AI Drive или Google Drive, загружать PDF-документ и обращаться к нему в режиме чата, что, собственно, очень нам помогло, ускорило. И вот первый этап как раз сейчас на картинке демонстрируется. Первым запросом мы извлекаем содержание с указанием страниц, тем, заголовков. И отдельно отмечаем страницы, на которых есть изображение. Вот, потому что понимаем, что если для усвоения материала изображение играет ключевую роль, то вот в таком массовом режиме сгенерировать качественные тесты невозможно, потому что как правильно распознать вот в таком диалоговом режиме значение содержания изображения пока невозможно. Отдельно есть попытки, но конкретно в нашем случае нет. Вот, поэтому страницы, на которых есть изображение, мы для себя размечаем, выводим и берем на заметку. Это в том числе влияет на определение тем, по которым мы будем или сможем создавать учебные тесты. Получили содержание. Следующий наш этап – это, собственно, генерация, ну, уж такой термин я сегодня употребляю, вопросов по выбранной теме или темам. Делается это сейчас на основе одного запроса, то есть это вот такой большой вот промпт, который содержит правила создания каждого вопроса, вариантов ответов каждого типа из вопросов. Типов вопросов у нас 4. Это вопрос с единичным, множественным выбором, вопросы на последовательность и вопросы на сопоставление. Вот. Каждый из этих запросов оттестирован и сведен в единый большой промпт, в котором также указываются доли и соотношения, каких вопросов в тесте должно быть в каких долях. Тут немножечко расскажу, что самый сложный для нас был запрос это на сопоставление, потому что сопоставить факты само по себе оказалось легко, но сделать так, чтобы это не было очевидно, оказалось сложнее. Поэтому в этом запросе используется и правила по построению конструкции. То есть грамматические конструкции должны быть похожи, синтаксические конструкции должны быть похожи. И, в общем, чтобы предложения были одинаковы, и первая и вторая часть должны склеиваться и не давать подсказки читателю или тому, кто выполняет тест. Это самая сложная история, но она тоже побеждена, работает. И таким образом получается, что через один запрос мы получаем содержание, вторым запросом мы получаем для главы или темы большое количество, ну, требуемое для нас количество тестов с указанными долями. И, по идее, все бы хорошо, можно двигаться дальше. Но здесь есть момент, над которым тоже долго мы бились, и не только мы, весь интернет об этом говорил, и все сообщество говорил о том, что... Говорим о том, что любят фантазировать, да, некоторые нейронки, особенно тот же самый GPT от OpenAI. Вот. И, во-первых, нужно его заставить работать только в рамках текстов или PDF-файла, или книги, ну, в общем, в рамках того материала, который мы передаем, не выходить за грани. А во-вторых, если у нас сомнения, нам нужно подтверждать, проверять. И понятно, чтобы редактор... Ну, здесь есть два варианта. Редактор зачастую не владеет предметной областью, так как автор. Ему нужно помочь определить правильность ответов. Вот здесь самый простой вариант проверки, и примерно он звучит так. Покажи, подтверди правильность таких-то ответов цитатами. Как правило, этого достаточно, чтобы человек, ну, адекватный, но не конкретно погруженный в предметную область, понял, а эти вопросы правильные или неправильные. Вот, поэтому, ну, это возвращаясь к вопросу о том, что обязательно даже при массовой генерации, массовом создании, разработке учебных тестов над нейронкой должен обязательно стоять человек. Таким образом, вот я назвал это факт-чекинг, вероятно, это имеет какое-то иное название, мы редактору нашему, составителю, скажем так, помогаем. Что происходит дальше? После того, как мы это все победили, проверили, сгенерировали необходимое количество вопросов и сформировали тест по темам, интересующим нам из издания, нам нужно, соответственно, переходить к интеграции. И современные нейронки, большинство из них,
и большинство GPT умеют выгружать и преобразовывать контент в необходимые форматы. Мы используем XML и GIFT. GIFT – это формат для Moodle, что, в принципе, легко и быстро делается одним запросом. Вот примерно шаблон такой же. Однако здесь тоже не проходит без, скажем так, все гладко. И если формат GIFT позволяет по кускам надергать вопросы и тесты по главам и потом уже собрать их в курсе в своем, то XML требует единой структуры. И это делается или дополнительным запросом, что не всегда удобно. Ну, на нашей стороне, в тест-райтере, который разработан в ВБС, это делается уже на стороне тест-райтера. Но в любом случае у вас есть варианты экспортировать тесты, вопросы или тесты целиком, если вы собрали их в один большой запрос и сделали по какому-то, ну, скажем, это не тысяча, а сотни вопросов, можно делать даже одним файлом. Выгружается все достаточно просто, импортируется стандартными методами в любую LMS, тест-райтер или редактор тестов, и все прекрасно работает. Вот. Опять же, скажу про процент брака, он существует, и скажу про ограничения, естественно, не существует. Ограничения касаются у нас, ну, мы сейчас говорим только про текстовый контент. Если для понимания контента необходимо, ну, дополнительные материалы, не входящие в текст в издание, какие-то дополнительные пособия, приложения, не текстовые элементы и графики, изображения и еще что-то, ну, вот здесь уже подключается более, ну, скажем так, кропотливая ручная работа, да, в массовую генерацию это пока в нашей практике не идет. Как вот это все мы делаем инструментально тоже чуть позже. И теперь еще я покажу один, у нас по времени регламентировано, долго растекаться не могу. Покажу еще один упрощенный инструмент, но достаточно полезный, как я понимаю. Вот, у нас есть проект AI Books. Артем, просьба придерживаться регламента побыстрее, ладно? Хорошо. Для авторов, которые сейчас работают с рукописью или когда у нас есть фрагментированный текст, мы создали инструмент свой собственный, тоже на основе интеграции, куда можно загрузить тест, загрузить текст и получить, выбрать шаблонизированные запросы. Сейчас, секундочку, смогу ли я запустить? Да. И прям буквально в несколько секунд получить результат ответа. То есть сейчас у нас количество символов расширено до 15 тысяч. Мы загружаем текст, выбираем требуемый тип вопроса, ну, например, здесь видео с единичным выбором, получаем, в общем-то, пример результата. Вот. И, как я уже говорил, версия интеграции, выгрузки, вот здесь в формате GIFT мы выгружаем, используем в нашем тест-райтере или в LMS-курсах. Это инструмент пока внутренний, он работает у нас, да, секунду, он работает у нас, как мне к презентации вернуться, работает у нас для редакторов и для авторов, которые работают прямо сейчас над рукописями и по ходу сразу создают тесты. Вот, по вариантам доступа, да, есть у нас ограничения. Сейчас в сети есть агрегаторы, которые собирают и перепродают учетки и доступы. Работает плохо, те, что я проверил, мне не понравилось. VPN справляется не всегда, не со всеми и тоже плохо. Собственная разработка, естественно, дорого. Я не говорю о разработке своей нейронки, я говорю о сервисе интеграции, скажем так. Дорого и не всем доступно. И, на мой взгляд, самый простой вариант – это сейчас аренда рабочего места, компьютера, машины в географической зоне, где все это работает и удаленный доступ к ней. Мы так делаем. Вот, это, ну, как бы дешево, сердито, надежно и, собственно, снимает все ограничения, да. Вот, наверное, сейчас вот такой формат у нас работы. Здесь презентации, я не знаю, если можно будет скачать, пожалуйста, вот те нейронки, которыми мы быстренько, я их не упоминал, но они используются. Что скажу, что все равно приходится обращаться к первоисточникам и зарубежным разработкам, потому что у российских есть ограничения. Я сейчас, к сожалению, не успеваю о них рассказать. Вот, здесь в этом слайде я тоже упомяну о том, вот, какие доступы, какие махинации приходится проводить, чтобы получить безлимитные или хотя бы адекватные, стабильные доступы. Ну, надеюсь, в лимит я уложился. Спасибо большое всем. Если есть вопросы, я с удовольствием отвечу. Спасибо. Какие вопросы?
Здравствуйте, Артем. Здравствуйте. Сергей Титовников, Уфимский университет. Угу. Вопрос. А как вы решаете все-таки проблему тестов для негуманитарных направлений технических? Математика, физика и так далее. Понимаю. Это отличный вопрос. Готового решения сейчас нет. Честно говорю, сейчас готового решения сейчас нет. Туда же можно отнести еще медицину, химию. Вот. Это пока что массово не генерируемые тесты. Есть свой бизнес-процесс, когда авторы изданий помогают нам составить эти тесты. Ну, а вот импорт и какая-то их обработка уже готового материала, да, это автоматизируемо, генерируемо. Но готовое решение, как сделать классные тесты по математике или химии, на текущий момент нет. Анастасия? Добрый день, Анастасия, лаборатория «Сила Медиа». А мне очень... Я прошу прощения, звук не слышу. Коллеги, простите, я не слышу вопрос. Сейчас будет, заменяем микрофон. Спасибо. Лаборатория «Сила Медиа». Mm-hmm. Да, мне понравилось ваше решение насчет комплексных тестов. Очень интересный вариант на сопоставление. Понимаю, что пришлось сделать много версий и протестировать. Yeah. А как вы поступаете, когда немножко там подтягивает настройки нейросети, и вроде бы на тот же самый промпт она начинает реагировать по-другому? Как часто приходится менять версии этого промпта? Ну, у нас нет годовой статистики, скажем так, потому что это достаточно свежие решения. Ну, вот за период разработки вопросы, ну, дважды нам приходилось переписывать запросы. Но, скажем так, не кардинально, а уточнять. В любом случае, для нас есть, ну, для наших редакторов, для меня есть интерфейс управления, где мы видим, что что-то пошло не так, или, допустим, вышло какое-то обновление, стало работать лучше. Ну, и, в общем-то, мы запрос можем поправлять, ну, практически в реальном времени. Это проблема, да, я о ней не сказал. Спасибо, что вы об этом сказали. Ну, я не знаю, по моим ощущениям, раз в месяц обязательно нужно проверять. И вы абсолютно верно сказали, что если один запрос делать несколько раз подряд, то результаты несколько друг от друга отличаются. И как раз это генерит вот тот самый процент брака, да, который раньше у нас был там 60%, сейчас там стремится к 30%. Вот, поэтому редактор, корректор, ну, в общем, какой-то надзорный орган над этим процессом обязательно нужен. Я бы сказал, при нашей автоматизации раз в месяц минимум нужно просматривать все запросы и корректность их работы и при необходимости исправлять. Ну, надеюсь, ответил. Озвучиваю вопросы из... Да, потом будет вот этот вопрос, а пока озвучиваю вопросы из онлайна. Елена Коврякова. Позволяет ли искусственный интеллект сделать тест на основе видео? При некоторых, скажем так, манипуляциях, да. То есть это будет происходить несколько этапов. Есть куча сервисов, которые переводят видео в текст. Вот. И если это видео содержит текстовый контент, то, переведя его в текстовый контент, следующим этапом, повторив наш опыт, да, реально. Если видео содержит образы и само по себе визуальный ряд является контентом, который на основе которого, да, что вы увидели на картинке, грубо говоря, то готового решения я не знаю. Хотя есть, грубо говоря, нейронные сети, которые преобразуют текст в видеоряд, но, честно, я не встречал, ну, может быть, пока не встречал и не разбирался с обратным процессом, когда видеоряд переводится в хорошо изложенный сценарий, да, по которому можно задать вопросы. В общем, если в видео или аудио есть текстовый контент, который можно обратно синтезировать в речь, в письменную, то без проблем. Если вопрос сложнее, то готового решения нет. Еще один озвучу вопрос. Оля Чурина. Сложилось, что утяжеляется и усложняется все. Есть ли аргументы обратного? Ну, тут, наверное, от отношения зависит, да? Я уже сказал, что я ищу в... Артем, прошу прощения, прерву. Да. Тут есть еще два вопроса, но такого... У нас уже на них нет времени. Пожалуйста, ответь на них в чате потом, в чате вебинара. Хорошо, хорошо. Угу.
Так, я могу продолжить, да, отвечать про усложнение, утяжеление? Да. Да, я смотрю на все эти нововведения и бурное развитие нейросетей как на возможность. И понятное дело, что мы не изобретаем и не стоим во главе этого процесса. Вот, и поэтому те, ну, я придерживаюсь, скажем так, практики узкопрофильного, да, какого-то внедрения и решения вот конкретных маленьких практических задач. В этом плане наша жизнь становится намного легче. И это большое усложнение интернета и инфополя, да, на самом деле при решении практических задач нам очень помогает. Вот пример, про который я сегодня рассказывал, это один и очень яркий вариант. Объять необъятное, ну, не моя задача, я не пытаюсь. Но я понимаю, да, обеспокоенность понимаю, и вы, наверное, не первая, кто сегодня говорит об этом, что чрезмерно усложняется и может усложниться вообще образовательный процесс, ну, раз уж мы о нем говорим, за счет попытки, с одной стороны, использовать, а с другой стороны, контролировать использование нейросетей в учебном процессе. Я все-таки озвучу одну реплику из онлайна. Окей. Ольга Трунова. Коллеги, GPT-4O отлично составляет тест по заданной теме для уровней от А1 до С2. Иногда требует промпт, потом этот созданный текст нужно перенести в речевой звуковой преобразователь. Студенты и читают, и слушают. Потом ему даешь задание сохранить вопросы. Можно и озвучить, можно и письменно. Вот человек явно уже с опытом разработки тестовых заданий через искусственный интеллект. Отлично. Да, абсолютно. И даю в зал еще один вопрос. В микрофон и назовите тест, себя. Тест по международным отношениям можно сделать? Не расскажите. Тест по международным отношениям можно сделать? Ну да, если у нас есть источник или ряд источников, это тема, ну, более гуманитарная, чем нам спрашивали о технических науках. Да, да, у нас даже, по-моему, где-то примеры были, такие тесты по учебникам, да, это реально. Текстовый тест, реально. Если можно, да, я маленький комментарий добавлю в продолжение ответа вашего. Ну, у нас, например, есть проект по внешней экономической деятельности, да? Да, для нашей страны внешняя экономическая деятельность такая, она, ну, это динамически быстро, сильно меняющаяся обстановка, да, здесь закрыли, перекрыли, ну и так далее. Да. А жить-то надо как-то, да, ввозить товары, вывозить что-нибудь. Вот, соответственно, у нас проект, в рамках которого искусственный интеллект помогает решать вопросы людям, которые занимаются внешней экономической деятельностью. Ну, секундочку, да, спасибо, добавлю. Современные нейронные сети абсолютно актуально воспринимают всю информацию, которая есть в интернете, да, надо с источниками научиться работать. Это не база двухлетней давности, как раньше, если мы говорим об актуальных решениях, даже для исследования сейчас это прекрасный вариант. Возможно, опираясь на текст и на новую информацию, которая только появилась в сети, ну, скажем так, сутки и на индексацию нужно, да, реально все работает. Все, спасибо. Благодарю. Артем, да, было очень интересно. Спасибо.